В зале собрались вожатые, воспитатели, педагогические работники, начальники детских оздоровительных лагерей и другие специалисты сферы отдыха детей. На повестке дня несколько вопросов, но сначала небольшая зарядка и только потом обсуждение серьезных тем и докладов. В этом году профильные смены «Время первых» пройдут на базе 4 оздоровительных лагерей. Это удивительно хорошая программа, которую движение «Первое» предлагает для всех лагерей. И они пройдут в лагерях Чудура, в лагерях Байлак, в лагерях Сайлык и Таежный в этом году. Вот. Но, тем не менее, во всех лагерях, что загородных, что пришкольных, пройдут у нас тематические дни первых. В рамках этого дня мы хотим рассказать детям о движении, вовлечь их в полезную деятельность, вовлечь их в наши проекты. Но для того, чтобы все это у нас получилось, нам нужна, конечно же, помощь наших педагогов, воспитателей, вожатых. И сегодня на этом семинаре мы им расскажем об особенностях и методах для реализации этих смен и этих тематических дней. Профильная смена «Время первых» – это незабываемые мероприятия, которые способны раскрыть творческий, интеллектуальный и спортивный потенциал каждого ребенка. Это уникальный шанс прокачать свои навыки, обрести новых друзей и стать лидером. Вся деятельность, которая там осуществляется, держится на трех главных взаимодополняющих сегментах. Это образование, развитие и воспитание. Ну и, конечно же, для того, чтобы смена прошла хорошо, чтобы дети смогли отдохнуть, конечно же, это и замечательное развлечение. Движение «Первое» подготовило 15 программ, да, на выбор для всех лагерей. То есть лагерь может выбрать для себя подходящую, удобную программу, адаптировать его для себя, да, взять какие-то основы и провести замечательную вот эту вот смену. В рамках профильных смен «Время первых» в этом году различными программами планируют охватить около 1500 ребят. Я сама буду работать в Байлаке, который находится у Чагатая. Я буду старшей вожатой. И сегодня тоже сюда пришла получить новые знания. У нас еще есть вожатые, которые прямо тоже сами участники движения первых. Вот у нас очень много активностей. Там на 21 день очень много мероприятий. В основном это будет модули движения первых. Мы будем обучать, какие там ценности есть, какие направления есть. Думаю, в этом году будет вообще круто. В прошлом году тоже было очень круто. В Туве в этом году свои двери откроют 178 лагерей, 157 из них дневные, 20 загородных, а также один палаточный лагерь. Нынче в детских лагерях отдохнут, наберутся сил и здоровья. К новому учебному году более 18 000 детей. Айра Салбадимир Суртук, Янгар Кужге, телеканал Тува 24.